Выдающемуся сыну Смоленской земли был посвящен областной конкурс «Знаете, каким он парнем был». Организатором этого праздника, приуроченного к 85-летию космонавта Юрия Гагарина, было Смоленское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия». Конкурс проводился в течение 2 месяцев и завершился гала-концертом в Смоленске 12 апреля. Десногорцы принимали в конкурсе самое активное участие, поэтому 29 мая для них был организован праздничный концерт. Со словами благодарности к присутствующим обратился депутат Смоленской областной думы. Всегда приятно встречаться с творческими людьми, которые дарят нам искусство, прославляя наш город своими талантами. Третье место в номинации «Хореография» в прошедшем конкурсе заняли воспитанницы образцово-хореографического коллектива «Каприз». Девочки исполнили удивительный и нежный танец «Звездная страна», поставленный специально для этого конкурса балетмейстером Светланой Смирновой. Победительницей областного конкурса в номинации «Литература» стала ученица средней школы номер 2 Анастасия Кобзарева. На концерте она еще раз прочитала свое стихотворение, чем в очередной раз порадовала зрителей. Мы помним, мы гордимся, мы стремимся, и много лет с Гагарина пример берем. Мы твердо верим, и нам космос покорится, пусть не сейчас, пускай потом. Для победителей конкурса творческие коллективы Центра культуры и молодежной политики исполнили свои любимые танцы и песни, после чего всем участникам данного праздника подарили сладкие подарки и громкие овации. Виолетта Ефименко, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.